Припинення вогню на сході України буде запропоновано у рамках початку реалізації мирного плану президента України Петра Порошенка. Про це заявив глава держави, відкриваючи нараду Ради національної безпеки та оборони України. Зокрема, у зверненні до представників силових відомств Порошенко зазначив, що поставив урядовим військам завдання щодо встановлення повного контролю над кордоном з Росією. Після того, як це буде зроблено, зазначив український президент, буде введений режим тимчасового припинення вогню і зроблені спроби домовитись щодо мирного плану. Я цитую главу української держави. Порядок денний, який був сформований, передбачає розгляд поточної ситуації, яка склалася на території Донецької та Луганської областей. А також пропонується обговорити деталі мирного плану президенту, який має бути запропонований вже на цьому поточному тижні. Крім того, за розкладом і графіком, згідно з тими рішеннями, які будуть прийняті в час засідання Ради національної безпеки та оборони, буде запропоновано припинення вогню як початок реалізації мирного плану президента України, заявив Петро Порошенко. За словами Петра Олексійовича, українська влада зацікавлена в тому, щоб гарантувати безпеку всім, хто проживає на Донбасі, сприяти процесу роззброєння і відтак оголошення амністії особам, які не вчинили тяжких злочинів і на чиїх руках немає крові. Це була цитата від президента України, це його частина його промови під час засідання, екстреного засідання Ради національної безпеки та оборони України. 737-73-10, телефон прямого ефіру, телефонуйте нам і задавайте свої питання. У нас действует рубрика «Есть телефон», по которому вы можете отправить СМС, я подчеркиваю, именно СМС-сообщение, и позвонить, сообщить президенту, какой вопрос вы хотели бы задать Петру Порошенко. Сейчас на ваших экранах будет этот телефон. Рубрика «Задай вопрос президенту Украины», телефон 093-403-5200, принимается только СМС. Звонки приниматься не будет. Редакция оставляет за собой право, ну, как бы помягче, так сказать, не совсем доброжелательные вопросы не подавать. То есть вопросы, которые пусть будут острыми, мы будем передавать в администрацию президента, но если в них будет содержаться ненормативная лексика, оскорбления личные, как нашего телеканала, наших сотрудников, кое-кто уже попытался это сделать, так же, как и президента Украины, как символа государства, в том числе, да и как человека просто, такие СМС будут удаляться и приниматься больше с этих телефонов не будут. У нас на связи через какое-то время, мы пытаемся дозвониться непосредственно на Донбасс, к советнику, к руководителю пресс-службы антитеррористической операции подполковнику Владиславу Селезневу. Вы хорошо помните его по Крыму, он там был начальником регионального медиацентра, чтобы непосредственно от него узнать, что происходит сегодня в Донецкой и Луганской областях в зоне военного конфликта. На Восточном фронте, как сегодня говорят украинцы, пока, к сожалению, дозвониться мы не можем, чтобы Владислав подтвердил или опроверг информацию, поступившую к нам в редакцию буквально несколько часов назад, но на Владислава я могу сослаться о том, что Амвросиевка, есть такой населенный пункт Донецкой области, именно там боевики, я подчеркиваю, боевики обстреляли город из системы залпового огня «Град БМ-21». Такую информацию пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев распространил в социальных сетях. По его словам, террористы, я цитую, намагались поцілити ті позиції українських силовиків, які дислоковані в районі Амвросівки. Натомість вони влучили, отак у них з меткістю, да? Чуть не сказав ругательне слово, попали у квартали мирних граждан. Очевидці говорять о том, що ця атака почалась около 3 часов ночи. Несколько снарядів попали в центр міста, в частності пострадали городський ринок, житлові будинки, та після обстрілу спалахнули кілька магазинів. Нет пока связи у нас с Донбассом. Скажу больше того, часа три назад я говорил с Владиславом по телефону, он заявил о том, что «Киевстар» не работает в Донецкой области, не знаю, как там в Луганской, вполне вероятно, вообще на Донбассе, поэтому обращаюсь к тем одесситам, которые пытаются сейчас и не могут дозвониться к своим родным и близким на Донбасс, именно по «Киевстару» есть проблемы со связью. Но пытайтесь звонить, я надеюсь, что у вас, у нас, у всех все будет хорошо и закончится миром.
Сейчас также к нам на связи, к телефонной связи должен присоединиться город Киев, генерал-майор Александр Петрович Размазнин, исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины. Мы специально, как я обещал, планировали вот этот блок нашего прямого эфира построить таким образом, чтобы у нас был, ну, если хотите, не телевизионный, а телефонный мост именно с Востоком, с Донецком, с Луганском и с Киевом, откуда идут все распоряжения, в том числе на Донбасс, к нашим подразделениям, участвующим в антитеррористической операции. И еще раз хочу подчеркнуть, одесситы, могу вас порадовать, ну, если можно вообще говорить это такое слово, после трагедии с 13 на 14 число, когда был сбит наш Ил-76 с десантниками на борту одесситов, такая информация была, не пострадал, нет погибших среди одесситов. Ну и наши слова соболезнования родственникам погибших героев. Я напомню, что 25-я бригада, именно бойцы этой бригады пострадали, имеет болградские корни. Некогда эта бригада входила в состав 1-й армобильной дивизии Вооруженных сил Украины. Это самая болградская дивизия. Кстати, там 8-я рота, есть памятник в Болграде, тоже в свое время погибла. Один из конфликтов, ребята летели на то, чтобы потушить военный конфликт на Кавказе. Это еще было перед самым развалом Советского Союза. Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что вооруженный конфликт на Донбассе подогревается местными элитами. Ахметов уже доигрался, и сегодня центральный офис Ахметова захватили в Донецке. Владимир Гройсман говорит о том, что роль российской стороны в этих процессах, к сожалению, очевидна и ясна, но есть и другой момент – пропаганда. Причем не только российских телеканалов, но и некоторых местных элит. Не всех, подчеркивает Гройсман, а некоторых, которые буквально накручивали людей. Сейчас придет правый сектор, в Киеве хунта и так далее и тому подобное. Накручивали, рассчитывая за людьми, как за ширмой спрятаться. Среди элит Юго-Востока есть те, кто искренне любит Украину, заявляет вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Любит свою малую родину и делает для спасения ситуации все, что только можно. Но есть и те, кто действует прямо противоположно. Напомним, президент Украины Петр Порошенко в своей инаугурационной речи прямо обвинил бывшего президента Виктора Януковича в том, что тот спонсирует террористов на Донбассе. У нас на связи город Киев. Генерал-майор Александр Размазнин, исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом вооруженных сил, человек, которого хорошо знают одесситы. Александр Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Петрович, я сразу вот такую цитату вашу приведу. Она датирована 8 июня нынешнего года. Подробности недели. Это телеканал «Интер», ссылаясь на вас, заявил о том, что вот ваше заявление, ситуация на Донбассе ухудшается с каждым днем. Это было 8 июня. Мы должны вести откровенный разговор, что на Востоке ведется война, заявил генерал-майор Размазнин. Александр Петрович, какова ситуация сегодня на Донбассе, вот из первых уст, изменилась ли она за эту неделю, после 8 июня, когда вы общались с ведущим на «Интере»? Еще раз добрый вечер. Доброго вечера. Значит, ситуация на превеликий жаль на Донбассе в кращу сторону не змінилась. Розпочався новий виток ескалації, і практично найманці і засланці, які йдуть з території суміжної держави, розпочали передвигати сюди газотехніку. Ви знаєте, що на території України було підбито 3 танки, на території України знищена орудія залпового вогню БМ-21. На території України ми знищили більше 300 найманців, які є громадянами не України. І це є підтвердження того, що на превеликий жаль ескалація продовжується. Прийнято рішення про перекриття, повне перекриття державного кордону, і після завершення перекриття державного кордону ми розпочнемо практично фазу поки припинення вогню, а потім вже подальше рішення буде приймати Рада нацбезпеки і оборони і президент, Верховний головнокомандувач, Верховна Рада держави. Александр Петрович, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук, комментируя сообщения российских СМИ о том, что 20 десантников попали в плен под Снежным, сказал о том, что данная информация подтверждается. Можете ли вы что-то прокомментировать в этой ситуации? Есть ли действительно плененные десантники под Снежным?
На превеликий жаль, інформація підтверджується. Наші військовослужбовці на своїй рідній землі попадають в плен до цих, ну, будемо казати, сепаратистів вже можна і не казати таке слово, тому що, як правило, вже найбільша кількість тут не сепаратистів, а найманців сусідньої держави, які воюють. От у мене виникає питання, а десіти можуть мені назвати район компактного проживання кадирівців, наприклад, на території України? Не можуть. Можна назвати район компактного проживання, наприклад, виходців з іншої, так сказати, території? Неможливо. Тому сюди приходять люди з єдиною ціллю – розколоти державу, завоювати територію держави і вбивати наших громадян, військовослужбовців і не тільки. Александр Петрович, вопрос, который, я не побоюсь этого слова, это будет не преувеличение, довел до слез не только матерей, не только жен, не только, ну, я скажу так, ну, наверное, могу утверждать, большинство жителей, граждан Украины, но и видавших виды мужиков, которые в том числе прошли и горячие точки. Я говорю о трагедии, которая случилась в ночь с 13 на 14 июня, когда под Луганском был сбит наш Ил-76, погибли десантники, члены экипажа. Ну, болью, огромной болью в сердцах одесситов отозвалась эта трагедия, не только. Вообще, вот какой-то комментарий, ну, действительно ли прав генерал армии Кузьмук, бывший министр обороны, что это предательство, предательство вот такой ценой? Відвертим, зараз проводиться розслідування цього, в цьому плані, і підсумки цього розслідування будуть однозначно доведені до всього громадянського суспільства. Тому що те, що наші десантники, які родилися і виросли на цій території, в тому числі на Луганщині, там висоти з Луганщини, летіли на ротацію для того, щоб захищати мир і єдність нашої держави, а підступні тварі, розумієте, як по-іншому назову, збили цих людей, знищили наш літак військово-транспортний і привели до горя в 49 сім'ях громадян України. Це нелюді. І ці нелюді будуть відповідати по повній програмі. Я знаю одне, що ми зробимо все для того, щоб кожен сепаратист, кожний найманець був покараний ілі нашим законодавством чинним, ілі знищений і направлений для грузом 200 на суміжну територію. Це однозначно. Олександр Петрович, буквально два коротеньких запитання. Перше, те, що стосується мирної ініціативи президента України Петра Порошенка. Він зробив цю заяву, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони України, говорить про тимчасове перемир'я. І наскільки я потім розумію, після цього перемир'я там графік буде доведено, звичайно, не тільки до суспільства, а перш за все для тих, хто тримає зброю по ту сторону фронту, інакше не скажу. Після того перемир'я вже ніяких перемовин не може бути. І якщо ворог не здається, відома фраза, то його знищують. Я скажу так, що мирна ініціатива нашого президента полягає в тому, що він сказав, ми припинимо вогонь, ну, спочатку закриємо кордон повністю, потім ми припинимо вогонь, дамо можливість, значить, цим людям, які, значить, скласти зброю і, будемо казати, здатися владі. Сепаратистами перемовин не буде, ні з ким, ні з сепаратистами, тільки ті, хто не має крові на своїх руках, будуть звільнені, будуть амністовані. Хто провів постріли і поранив, чи вбив нашого військовослужбовця, чи мирного громадянина, будуть нести повну відповідальність. Олександр Петрович, і останнє запитання. Експерти відмічають, що Росія перекидає, ви, до речі, сказали трошки про це, Росія перекидає до України не просто озброєння, а йдеться про танки та реактивні системи залпового вогню. Про град ми говоримо, БМ-21. І це відбувається тому, що план створення некерованого хаосу зривається. І говорять про те, що у російських бойовиків виникають проблеми з фінансуванням, оскільки Служба безпеки України перекриває канали фінансування, Збройні сили перекривають кордони з Росією. Тому саме Росія вдається до більш активних дій. Так це чи ні? Чи згодні ви з цим? Так, абсолютно згодна. І тому, що, наприклад, ви вирішили переписати історію.
Київська Русь розпочалась з Києва, а зараз починає розказувати, що все розпочалося з іншої сторони. Київські князі пішли в ту сторону і організували Москву і Московію, а нам розказують про якусь Новоросію. Ви розумієте, нам нав'язують свої поняття. І те, що вони своїми військами намагаються відтворити щось незрозуміле, у них не вийде однозначно. Я знаю, що абсолютна більшість громадян нашої держави – це люди високопатріотичні. Ми любимо свою землю, ми любимо Україну, ми любимо Київ і Одесу і будемо жити в мирі. Який став, будемо казати, в глотки наших сусідів, вони дуже і дуже нам завидували, що ми не воювали 22 роки. Зробили все для того, щоб пролати кров мирних українців. За те їх накаже Бог і ми. І дійсно, вже останнє запитання. Чи вважаєте ви за правильним введення через деякий час військового стану на Донеччині та Луганщині? На превеликий, я вам скажу так, це не моя компетенція, і буду приймати це рішення ті, хто повинен приймати. Президент, Рада нацбезпеки, Верховна Рада. А ми військові, ми виконавці, ми виконаємо все, яке рішення буде прийнято нашим керівництвом держави. Олександр Петрович, я прошу передати слова благодарности от одесситов. Я не говорю, конечно же, за всех, а тех, кто поддержит украинское государство и наших силовиков. Большой привет ребятам, которые сражаются там, на востоке страны, защищают в том числе и наш город от боевиков и террористов. Спасибо им огромное. Удачи, терпения, здоровья. Пусть они все вернутся живыми домой. И вам воинского счастья. Спасибо. А я всем одесситам большой привет передаю. З нами на зв'язку був генерал-майор Олександр Розмазнін, виконуючий обов'язки начальника головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України з Києва. Це був його коментар до тих тем, які ми сьогодні озвучили вже у прямому ефірі. Зараз ми намагаємося дозвонитися на Донбас. Є проблеми з роботою «Київстара», оператора мобільної зв'язі там, в Донецькій, Луганській областях. Я розмовляв 4 часа назад с Владиславом Селезневым, пресс-секретарем антитеррористической операции. Пока работает МТС, к сожалению, дозвониться к Владиславу Селезневу мы не можем. Я не знаю, с чем связана вот такая техническая проблема, то ли с работой мобильного оператора, то ли Владислав, который находится буквально на передовой, сейчас выполняет в том числе боевую задачу. Одна из боевых задач – это информирование общества о том, что происходит на востоке нашей страны. И пока мы пытаемся дозвониться на Донбасс, если не получится это сделать 16 июня, мы будем в следующих эфирах пытаться непосредственно выходить с Владиславом на связь, ну, может быть, уже не в прямом эфире, что-то записывать по ходу разговора телефонного и потом эту аудиозапись предоставлять вам. Хочу напомнить, что президент Петр Порошенко утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Указ номер 528 от 16 июня нынешнего года. Так вот, большинство чиновников, которые были введены туда исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым, остаются на своих местах. Итак, в составе Совета национальной безопасности Украины остались люди, которые в том числе руководят тем, чтобы мир пришел на украинскую землю, в частности, в Донецк и в Луганск. Премьер-министр Арсений Яценюк, вице-премьер-министр, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль, председатель службы внешней разведки Виктор Гвоздь, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, председатель Национального банка Украины Степан Кубів, исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий, председатель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Андрей Поруби, министр юстиции Павел Петренко и министр финансов Александр Шлапак. Вместе с тем из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведены начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Михаил Куцин, а также председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин. Ну и вместо исполнявшего обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского место в СНБО занял новый руководитель администрации Петра Порошенко Борис Ложкин. Штрафные батальоны создаются в так называемой Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации. Как известно, столица Донбасса, Донецкой в частности, области перенесена в Мариуполь, полностью зачищенный от террористов и боевиков, которые уничтожали, в том числе и мирное население. Там сейчас работает Сергей Тарута и его администрация. Так вот, пресс-служба Донецкой областной госадминистрации сообщает, я цитирую сообщение, изменения в кадровом составе и тактических действиях наблюдаются в рядах так называемой Донецкой Народной Республики. Боевики делят власть в своих рядах, создают штрафные батальоны, грабят государственные учреждения. Это к тому, с кем воюют украинские военные. В областной администрации Донецкой области говорят о том, что террористы насильно мобилизуют мужчин среднего мирного населения, среди мирного населения и ожидают прибытия боевиков со стороны Российской Федерации. В частности, идет информация о Шахтерском районе, село Дмитровка. В течение нескольких дней взрослая часть мужского населения принудительно работала на строительстве оборонительных сооружений. Кстати, что касается оборонительных сооружений, я думаю, что многие из вас знают о проекте губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, который призвал президента Украины, уже даже есть проект разработан, построить некую защитную линию на границе с Российской Федерацией. С этим проектом в случае начала его реализации обещают управиться за полгода. Это действительно большая фортификация, это большое сооружение, это и рвы, наполненные водой, чтобы не прошла тяжелая и средняя боевая техника, это и стена, это и сетка, и под напряжением. Никогда не думал, поверьте мне, что в 21 веке мы будем говорить о том, что украинский народ, украинские силовики будут отражать агрессию из России. Я не говорю о русском народе, я знаю, что там очень много людей, которые нам сочувствуют, переживают за нас, но сегодня находятся вот в условиях тоталитарного режима Владимира Путина. Ну и если кто-то думает, что... Кстати, что касается шахтеров. Сейчас мы общались с Александром Размазниным, исполняющим обязанности начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Украины. Он заявил о том, что шахтеры-десантники были на борту того самого сбитого Ил-76-го «Илюша», как его часто называют. Так вот, среди десантников были 4 представителя именно шахтерской профессии. 4 шахтера погибли. Они возвращались из-за боя, где добывали уголь для страны, не только, наверное, для страны, и для, в том числе, олигархов, которые подогрели эти сепаратистские настроения на востоке нашего государства, они погибли. 49 погибших. В стране был траур. А многие в Одессе веселились. Ну, не многие, некоторые, давайте говорить так, веселились. Бог им судья, я всегда говорю. Не дай Бог, чтобы вы и ваши дети, ваши родственники попали на фронт. Хотя, вы знаете, для перевоспитания некоторых, наверное, надо отправить хотя бы окопы, чтобы рыли. Мы говорили о том, что есть российский план некированного хаоса на кордоне с Украиной. К сожалению, пока Украина перекрыла в Луганской, в частности, области 250 километров с Российской Федерацией, всего протяженность границы Луганской области и Российской Федерации 748 километров, то есть ну, всего треть. Кстати, силовики, насколько вам известно, ну и нам, соответственно, тоже, обещали, что все работы проведут до субботы и полностью заблокируют границу. Однако, к сожалению, так не происходит. И сегодня нельзя говорить, я ссылаюсь на информационное сопротивление, это группа информационного сопротивления, которую возглавляет Дмитрий Тимчук. Полностью граница Украины с Россией не контролируется. И Россия, те российские чиновники, которые поддерживают террористов, они могут перебрасывать как финансирование, так и вооружение, в том числе тяжелое для террористов. Много разговоров, кстати, нам в студию уже звонили, задавали вопрос, правда ли, что своими же расстрелян так называемый народный мэр Славянска Пономарев. Опять-таки, я могу ссылаться, я всегда стараюсь ссылаться на какие-то источники, ссылаюсь на руководителя пресс-службы антитеррористической операции Владислава Селезнева. Он уже заявил о том, что пока не будет вещественных доказательств того, что Пономарев действительно расстрелян, много разговоров о том, что за мародерство, за изнасилование несовершеннолетней, вот такие разговоры, такая информация распространялась. Говорить о том, что народный мэр Славянска погиб, говорить не приходится.
Вполне вероятно, что таким образом, такими слухами от агентства ОБС, одна бабка сказала, боевики пытаются прикрыть уход Пономарева, как одного из руководителей террористов, за границу Украины в сторону Российской Федерации. Вы знаете, что перед выходными очередное заявление сделал некто гражданин, представляющий себя Виктором Януковичем. Найдите в интернете, кто может пользоваться, у кого есть такая возможность, послушайте, о чем говорит этот гражданин, и все станет понятно. И вот буквально несколько минут назад в нашу студию поступил текст обращения, которое пикетчики, пришедшие к российскому консульству, направили исполняющим обязанности генеральному консулу России в Одессе, господину Шибека. Говорится о том, что жители города Одессы возмущены поведением президента Путина в развязывании необъявленной войны против Украины. Сердце братских украинцев разрывается от боли, когда пророссийские настроенные террористы взрывают наши самолеты и убивают мирных граждан в Донецке и Луганске. Мы, одесситы, понимаем, что остановить войну может только ваш президент Путин, а разорвать дипломатические отношения может только наш президент Порошенко. Это было заявление пикетчиков, которые пришли к российскому консульству. Там были потасовки. Сейчас, я думаю, информацию к вечеру вы уже получите, что же там реально происходило. Есть заявление губернатора Игоря Палицы, что задержано несколько человек с холодным оружием, со взрывчаткой. Кто эти представители? Правоохранители должны разобраться и донести это мнение до общественности. К сожалению, я обещал, но не получилось. Мы не смогли связаться с Донбассом. Владиславом Селезневым, моим коллегой, хорошим другом. Я надеюсь, что у Владислава, у наших украинских силовиков все хорошо и не будет больше погибших. Неправду скажу, если их не будет. Будут, к сожалению. Давайте говорить правду. Будут. К сожалению, будут. И я не знаю, когда все успокоится, но я надеюсь, что мир будет. Мир придет на нашу украинскую землю. Не раскачают нашу Одессу. Мы не дадим ее раскачать, потому что мы одесситы. И не знаю, насколько уместен тот клип, который мы сейчас покажем, но вот хотелось бы этот блок программы закончить именно так. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. До свидания. Увидимся. Рано или поздно так произойдет. Все погаснут звезды, небо упадет. Грустная минута, горе через край. Ты захочешь чудо, ты захочешь чудо. Так захочешь чудо, что поверишь в рай. Знаешь, мне не важно, мне как-то все равно. Знаешь, мне не страшно, свято и грешно. Ведь по небу птица плавно не спеша медленно кружится, медленно кружится, медленно кружится.